В 2014 году по проекту Омского института системотехники в городе Бердске появилась осевая разметка дорог. Тогда многие автолюбители, лишенные привычных левых поворотов в знак протеста, кое-где ночью закрашивали сплошные линии краской. Недовольство вызывали и непривычные маневры, которые теперь приходилось выполнять, выезжая на аварийно опасные перекрестки. Администрация города учла пожелания горожан и в этом году в план разметки внесли изменения. В частности, появились запрещенные ранее левые повороты. Постановлением главы в 2015 году была создана комиссия по корректировке разметки. В комиссию вошли представители муниципалитета, администрации, представители жилищно-коммунального хозяйства, депутатского корпуса и представители ГИБДД. Комиссия начала работать и разделила дороги на три части. Первая часть – это улицы, где практически не поступало жалоб. Вторая часть – это те дороги, где наибольшее было количество замечаний. Вот одна из таких дорог – это улица Красная Сибирь, где было много замечаний, потому что были запрещены, согласно нормативу, левые повороты. Часть этих улиц, в том числе улица Красная Сибирь, комиссия приняла решение максимально убрать левые повороты и обеспечить беспрепятственный проезд граждан к своим домам, рабочим местам и так далее. Третья часть дорог – это три дороги. Это улица Ленина, это улица Горького и улица Первомайская, которые наиболее аварийные и опасные, где у нас по статистике есть очень много мест концентрации ДТП. Там произошли минимальные изменения. Здесь следует отметить, новая разметка носит тестовый характер. В случае, если из-за нее увеличится число аварий, то все вернут к предыдущему варианту. И в продолжение дорожной темы. По мнению горожан, дорожное полотно в Бердске находится в неудовлетворительном состоянии. Причина тому – изношенность, неблагоприятные погодные условия, кое-где и отсутствие ливневой канализации. Несмотря на это, ремонт дорожного полотна в городе ведется. Работу мы начали 23 марта, закончили ее середина апреля. Общая квадратура, которую мы сделали таким видом работ, 2600 метров квадратных. Главное преимущество аварийного ремонта – это его быстрота в проведении. Наша задача в короткое время, даже когда еще порой вода не ушла с территории города, с дорог, мы заходим с горячим асфальтом. На сегодняшний день это единственный способ дать безопасность, дать безопасное движение нашим автомобилистам. Задача в короткие сроки – максимальное количество аварийных ям привести в состояние близко к нормативным. Эта задача в этом году, я считаю, что нами была выполнена весьма успешно. Классический ремонт ямочный мы начали 16 апреля. У нас порядка 11 контрактов заключено. Оторговались мы в марте месяце, то есть мы зашли без спешки в полном порядке. Вот, общая квадратура ямочного ремонта примерно 19 тысяч метров квадратных. На сегодняшний день мы уже практически 16 тысяч метров квадратных мы сделали. На последней сессии Совета депутатов, которая прошла в начале мая, городу было решено выделить дополнительные денежные средства в размере 3 миллионов 300 тысяч рублей на ремонт дорог. Кроме этого, этим летом продолжится ремонт улиц Ленина и Первомайская, начнется строительство дороги в микрорайон Белокаменный.